Предохранитель. Сначала оборудуются непосредственно ячейки, ячейки для стрельбы стрелка, гранатометчика. Затем соединяются, впоследствии дооборудуются и оборудуются ходами сообщения, то есть траншеями. В летних условиях они получают практику в подготовке огневых позиций с помощью подручных материалов, такие как камни и другие естественные препятствия. Преподавательский состав училища проходит стажировку в воинских частях, которые служат в Заполярье, получают опыт и свой опыт передают непосредственно здесь, в училище,